А? Ну-ка пошли нахер отсюда. Я не совсем этого ожидала. Ублюдок-младший не был набожным человеком. Но пришла такая минута, когда он молил о жизни всех богов на свете. Боги не любили ублюдка, и потому услышали его молитвы. Спустя годы ублюдок-младший жалел только об одном. Он жалел, что в ту минуту не позволил себе просто убить. В тот момент у него на это еще хватило бы смелости. Потом уже нет. Значит, есть на свете справедливость. Давай посмотрим поближе. Кто? Кто идет? Узнаешь меня? Ты. Ты сука. Ты маленькая затраханная шлюшка. Нет. Не прощу тебе, что ты со мной сделала. На твоем месте я бы выбирал выражение. Ведьмак, это все из-за тебя. Что, хуй доволен? Чего у меня не осталось? Никакого, сука, человеческого отношения. Ах, ты гнида! Когда мы сюда шли, я не знала, что буду делать. Но не исключала, что убью его. Все еще хочешь это сделать? Нет. Это хуже. Пойдем отсюда. Это была самая трудная часть путешествия. Осталось только приятное. Куда мы идем? Золотой осетр. Там работает одна девушка, которая мне помогла. А девушка, к которой мы идем, кто она такая? Знакомая Лютика. Ее зовут Бея. Она работает официанткой в Золотом Осетре. Это она помогла мне найти Лютика. Я хочу ее поблагодарить. Она тогда сильно рисковала. Почему? У меня на хвосте была храмовая стража. Заодно только общение со мной ее могли высечь. Вечно ты во что-то ввязываешься. Вся в тебя. Дали тебе шанс. Надо было им воспользоваться. Плевала я на ваши шансы. Еще пожалеешь, корова! Следи за языком, когда говоришь с дамой. Не суйся не в свое дело. Теперь уже мое. Тоже ведь сучий выродок. Да. К тому же очень опасный. Это мясник из Белого сада. И что он там сделал? Деревья на мясо порубил? Юген, он зарубил пол деревни, а трупы старосты его жены тащил за лошадью до самого Новиграда. Пойдем отсюда. Послушай приятеля, он дело говорит. Простите. Спасибо. В этот раз они и правда были настроены решительно. А я говорила, чтобы ты их не задевала. Что же теперь? Не впускать мне людей только потому, что какой-то громила мне угрожает? Как бы не так. Рада тебя видеть, Бея. И я тебя, Цири. Кто твой галантный спутник? Геральт из Риви. Тот самый Геральт! Мне очень приятно. Я много о тебе слышала. Например, что?
Например, то, что ты спасал ее из передряг столько раз, что и не сосчитать, и всегда мог ее развеселить. Это я слышала от Цири. А от других... Беа, я еще здесь. Ну, хорошо, хорошо. И что вас привело? Я хотела тебя поблагодарить за все. Ох, да ладно. Каждый на моем месте поступил бы так же. Не у каждого хватило бы смелости. Спасибо. Это тебе, маленькая безделушка, чтобы ты обо мне помнила. О, какая красота! Спасибо. Так что, вы останетесь? Будет суп и гуляш. Корчмарь утром порося забил. Спасибо, но нам нужно навестить застенье. А, к Вальде идете. Ну, не буду задерживать. Там вас тоже хорошо накормит. Будьте здоровы. Присматривай за ней, ведьмак. Присмотрю. Бывай. Не хуже разбойников. Это твоя подруга, Беа. Что с ней? Ничего. Она довольно милая. Геральт, ты невыносим. А что такого? Что такого интересного на застенье? Лагерь бродячих циркачей. Нелюди. Когда я сюда приехала, то хотела найти Трис. Жилось мне тут нелегко. Деньги, которые дал мне барон, почти сразу закончились. С Трис мы так и не встретились. Нам помешала храмовая стража. А меня же разыскивали. Трис что, не пробовала с тобой связаться? Она же не знала ни о чем. Она думала, что встречается с очередной алхимичкой, которая собирается бежать из Новиграда. Я не хотела подвергать ее опасности. За мной гнались, я была без гроша. Тогда я встретила Вальда. Он и его люди мне помогли, потом познакомили меня с Беа, а благодаря ей я попала к Рите. Остальное ты знаешь. И где этот твой знакомый? Цири! Ты дьявол, воплоти! Куда ты пропала? Привет, малышка! Ты что, дедушку привела? Айгор, ты невыносим. Позвольте представить. Геральт из Ривии. А, приветствуем! Мы много о тебе слышали. Наверняка вранье по большей части. Если вранье то, что ты был ей другом и наставником, когда она была еще маленькой, то она врала, как сивый мерин. Успели в последнюю минуту. Завтра вы бы нас здесь уже не застали. Уезжайте? Скоро начнут выселять нелюдей. Мы хотим упредить события. Понимаю. Проблема в том, что по дороге у нас пали два коня, а два других слишком слабы, их не запряжешь. Мы как-нибудь справимся. Впрочем, уезжаем мы только завтра, так что сегодня горевать не стоит. Да, прошу простить, пойду поговорю с купцом. Может, он согласится обменять наших кляч на одного здорового коня. Чтобы Вальда завтра не пришлось горевать. Может, мы вам как-нибудь поможем? Не волнуйтесь за нас. Мы всегда находим выход. Правда, Цири? Скажите лучше, что вас привело. Я хотела попросить прощения. Когда я исчезла так внезапно... Да ладно! Главное, что ты вернулась. И что ты жива и здорова. Это вам. Ровно столько, сколько ты мне тогда одолжил. Еще немножко сверху. Цири, ты же знаешь, что я этого не возьму. А ты знаешь, что я не приму отказа. Хм, знаю. Давай на это сыграем. Ты в седле-то держаться не разучилась? Само собой. Тогда устроим заезд. Геральт, присоединишься? С удовольствием. Вот это я понимаю. Пойдемте. Геральт, возьми одного из этих. Иду. Давай, плотва. Раньше ты была быстрее. Я дала тебе фору.
Быстрее! Ты отстаешь! Вперед смотри, а то еще упадешь! Что-то ты замедлился! Я все еще могу тебя обогнать. Я поддавалась. Прекрасные скачки. Надо это отметить. У нас есть несколько бочек самого лучшего каэдвенского. Сейчас все соберутся и зажгут костры. Эта ночь будет нашей. Ты знаешь... Может, это не мое дело, но я рада, что вы с Йеннифер в конце концов вместе. Я тоже. Долго до вас доходило. Наверное. Мы оба должны были до этого дозреть. И как это было? Когда желание перестает действовать, что ты чувствуешь? Мы стояли там вдвоем на вершине горы. Я смотрел на нее и чувствовал, что рядом с ней я на своем месте. Наконец-то. Еще вина? Спасибо. Я рада, что мы остались. Я тоже. Любят тебя здесь? Я тоже их люблю. Ах, я бы с таким удовольствием осталась с ними. Пила бы, путешествовала бы из города в город, ни о чем бы не заботилась. Не жизнь, а сказка. Но сперва надо победить дикую охоту. Боюсь, в моем случае схватка с охотой только начало. Ты о чем? Ты обещала! Я пошутила! Иногда так хочется быть такой, как они. Пьяной и хихикающей? Сегодня у тебя есть такая возможность. Не в этом дело. Я бы хотела быть обыкновенной. Проблема в том, что ты необыкновенная. Ты родилась для великих дел. Я слышу это с рождения. Все из-за старшей крови. Это и дар, и проклятие. Благодаря ей у меня есть все эти способности, но из-за нее я всю жизнь скрываюсь и убегаю. Поэтому пора с этим заканчивать. Победи, Маридина, и ты, наконец, будешь свободна. Неужели? Планы на меня есть не только у Редина. Когда-то это были чародейки из ложи. Теперь мой отец. Даже Йеннифер. Ты забыла упомянуть о Валакхе? С Валакхом все иначе. Ему важно, чтобы мой дар не попал в грязные руки, не вырвался из-под контроля. Поэтому он меня учит и защищает. Как скажешь. Ты сомневаешься? Однажды Авалак попросит тебя об услуге. Ну, даже если это так, у меня есть еще очень-очень много времени. И я уверена, что в любом случае он даст мне выбор. Я смогу отказать. Надеюсь, ты не ошибаешься. Это Пабло. Я тоже когда-нибудь научусь жонглировать. Чрезвычайно полезное умение. Ну, наконец-то я вас нашел. Не скучаете тут? Не скучали, пока кое-кто нам не помешал. Он страшно раздражительный, этот твой друг. В этом вы с ним похожи. Ну что там вышло с купцом? А, это все гиблое дело. Меняться он не хочет, а за здорового коня такую цену заломил, что у меня голова заболела. Значит, придется раздобыть коней другим способом. Ого, я чую неприятности. Я знал, что тебе понравится.
Мы хотим пробраться в его конюшню. Там, наверное, лошадей 30. Парой больше, парой меньше. Какая ему разница? Сходишь со мной? Конечно. Может, получится раздобыть их иначе? Так вышло, что у меня есть кое-какие деньги. Я мог бы вам одолжить. Мы не сможем их отдать. И не надо. Предложение великодушное, но это не лучший выход. Купцу не деньги наши мешают, а мы сами. Он сказал, что с мерзавцами вроде нас торговать не будет. А раз торговать он не хочет, лошадей придется украсть. Ну что делать? Надо помогать другим в беде. Да-да-да! Должен признаться, мне показалось, что ты не такой. Какой? Решительный. Но в путь! Встретимся у конюшни. Айгар, стой на страже. Мы с Цири попробуем зайти. Хорошо. В наши дни трудно найти хорошую стражу. Тихо, а то он проснется. А вот и ключ. Быстро залезайте. Наконец-то. У-ху! Получилось! Какая работа! Видели двух недоумков, которые за нами гнались? Они чуть сапоги не потеряли! Спасибо, Геральт! Это было здорово! Факт. Приятная замена охоте на чудовищ. Спасибо, что помогли и что ты нас навестила. Здорово было снова вас увидеть. Держитесь и берегите себя. А вы не забывайте о нас. Я загляну попрощаться к Вальдо. Тогда увидимся у Лютика. У меня еще остались кое-какие дела в городе. До встречи. Оставаться. Нам хоть умереть можно достойно. Лучший наездник.